Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 23 октября. Речка нас встретила дождем. Такой вот дождик капал, такой противный осенний дождь. Но потом мы немножко переждали этот дождь. Дождь закончился, вышло даже вон солнышко. Ветер обещали северо-восточный, 4-6 метров в секунду, но ветер что-то крутится, но то, похоже, даже будет, наверное, южный. В общем, что по клёву? Клёв не очень хороший. В общем, за все время мы поймали, Саша, густеру, такую хорошую густеру. У меня густера сама чуть поменьше, карась, и все. Была одна поклевка карповая, ну, я ее не то что прозевал, там получился зацеп, и карп сошел, видно. Кормили уже дважды. В общем, на прикормку, видно, сама подошла опять же сама, та же самая густера, тот же самый карась. На червяк, на дальний заброс почему-то рак не сжирает. Червяка не сжирал. А вот бросаешься чуть поближе, где-то на ближнюю, на среднюю дистанцию, начинает рак жрать. Даже интересно, почему так, что рак ушел с этого, с глубины, что ли. В общем, непонятно. Клюет и на червяк, и на горох. Значит, самокарась у меня клюнул на горох, густера на червяк, и на червяк у Саши клюнула густера. Густера такая, ну, нормальная, которую можно брать. Значит, что еще сказать? Значит, червяк в основном подлиственник, ну и черный тоже работает. Ну, вроде бы пока все. Будем смождать на своего карпа. Не дождемся? Ну, значит, так и будет. Все, друзья, будьте здоровы, не хватайте чешуи. До новых встреч!